как сказал Иисус, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Не делайте систему из своего пути. В жизни все меняется. Не привязывайтесь ни к материальному, ни к духовному. Это единый путь. Путь ради самого пути. Держитесь просто гармонии и не занимайтесь излишеством. Просто помните о том, что Бог во всем и все едино. И тогда вы не совершите неправильных действий, потому что будете сами едины. Живите просто в вечности. Это всего лишь ваш путь. Он не хорош, не плох. Это работа ради самой работы. Это путь ради самого пути, для познания божественных свойств в себе. Поэтому, даже если вы налагаете какую-то систему на ваш духовный путь, вы также становитесь рабом. Хотя это может быть полезно на определенном отрезке при переходе из материи, для того, чтобы выработать в себе какие-то качества. Но позвольте себе быть свободными. Позвольте Богу свободно вас вести. Дух, который в вас, он проведет вас как по чистым, так и по грязным местам и выведет вас на свободу. Бог хочет любви, а не жертвы. Помните об этом и оставайтесь свободными.